Добро пожаловать или с возвращением на мой канал. Медитация, которую я хочу вам предложить, предназначена для того, чтобы найти силы простить себя и простить других за ситуации, которые оставляют в нас тяжелый след обиды, злости, гнева и вины. Иногда шаг прощения – это один из самых сложных поступков в жизни человека. Простить – значит оставить прошлое в прошлом и начать жить здесь и сейчас. Простить означает буквально разорвать цепи, то есть освободить себя от обиды, злобы, зависти, ревности, желания мести, которые укореняются внутри и создают токсичные воспоминания, блокирующие поток радости и любви. Как всегда, в этой медитации вы погрузитесь в свой внутренний мир. При помощи практики Ho'oponopono очистите негатив, который вызывает в вас тяжелые воспоминания, вину и обиду. Если вы никогда раньше не практиковали Ho'oponopono, можете более подробно узнать о практике по ссылке в описании. Я считаю эту практику очень эффективной, и ее можно использовать в самых разнообразных ситуациях. Рекомендую делать сеанс медитации для каждой отдельной ситуации, в которой у вас есть чувство обиды. Если после сеанса медитации чувство обиды не ушло, вы можете повторить медитацию. Продолжительность практики зависит от того, насколько сильно и насколько глубоко укоренилось в вас чувство обиды. В этом вы можете довериться своим чувствам. И я искренне надеюсь, что эта медитация окажет на вас положительное влияние. Итак, приступим. Присядьте, как вам удобно, в месте, где вас никто не побеспокоит. Спину держите прямо, но без напряжения. Закройте глаза. Отпустите все напряжения и сделайте 3 глубоких вдоха. И начните ощущать, как все мышцы тела начинают расслабляться. Дышите так, как вам хочется. Не нужно никаких усилий. Прислушайтесь к своему дыханию, которое сопровождает вас в этот момент. Наблюдайте, как воздух входит в ваше тело и как воздух выходит. Представьте, что вы находитесь в красивом месте природы. Это может быть море, горы, лес. Представьте то, что вам ближе и комфортнее. Вам тепло, и легкие ароматы этого места пронизывают все ваше существо. Вы слышите пение птиц. Вы слышите шум растений этого места. Ветер нежно ласкает ваше тело. И вы чувствуете себя безмерно хорошо, полностью в мире с собой. Позвольте себе увлечься своим дыханием,
которое естественным образом дарит вам чувство спокойствия. Ваше дыхание легкое и спокойное. Отпустите все мысли, не вовлекайтесь в них. Вы погружаетесь в себя. Вас окружает умиротворение и тишина. Этот момент вы посвящаете себе для возможности своего возрождения, чтобы разорвать цепи обиды, негодования, которые держат вас в заточении прошлых воспоминаний. Воспоминаний, которые мешают вам радоваться жизни, мешают вам быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Приложите руку к сердцу и начните ощущать его биение. Прислушайтесь к ритму вашего дыхания и вашего сердцебиения. Каждый раз, когда мы переживаем трудные моменты жизни и чувствуем, что с нами поступили несправедливо, когда кто-то причинил нам боль, и мы чувствуем себя ранеными, мы вскармливаем эмоциональную боль внутри сердца. И эта боль разрастается все больше и больше, пока она не кристаллизируется внутри сердца, как камень. И очень часто наше эго развивает сильную привязанность к этой массе страданий, которые заставляют нас реагировать определенным образом на те или иные воспоминания. И если вы освободите ваше сердце от этой тяжести, вы освободите себя и всех, кто вас окружает. Откройте ваше сердце. Позвольте свободно течь тому, что есть внутри него. Позвольте уйти все ненависти, уйти всем страданиям, которые таятся внутри. И позвольте себе найти силы прощения, которые разорвут оковы злобы и обиды и превратят все в чистую любовь. И чтобы сделать этот шаг прощения, попросите вашего внутреннего ребенка о помощи. Внутренний ребенок – это ваша подсознательная часть, которая хранит в себе все воспоминания и программы, которые заставляют вас реагировать определенным образом на прошлые события. Он хранит всю боль, страдания, обиду и вину. Сейчас представьте вашего внутреннего ребенка, который ждет вас в этом месте природы. Это может быть мальчик или девочка. Подойдите к нему и скажите: «Я очень рад, рада тебя видеть. Спасибо, что ты есть у меня». Попросите взять его за руку, чтобы стать ближе друг к другу. Просто скажите: «Пожалуйста, разреши мне взять тебя за руку, чтобы быть ближе к тебе». Просто сделайте это. Нежно возьмите его за руку. И сейчас, когда вы стали ближе с ним, признайте,
что вся боль и все обиды хранятся в ребенке, и вы просто говорите ему: «Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня». За все накопившиеся воспоминания, которые я переживаю. За всю боль, обиду, вину. И вам хочется очистить весь этот негатив. Попросите вашего внутреннего ребенка совершить с вами небольшое путешествие и помочь вам найти путь прощения. Скажите: «Помоги мне, пожалуйста, установить связь с Божественным Источником. Чтобы очистить негативные мысли, слова и эмоции. И преобразовать болезненные воспоминания в чистую любовь. Вы держите ребенка за руку и видите небольшую тропинку из белых камушков. Начинаете идти с ним по этой тропинке. Сейчас подумайте о ситуациях, в которых вы сделали что-то плохое или неправильное себе или другому человеку, и где вы ощущаете чувство вины. Это может быть неприятно, но пришло время простить себя и оставить этот груз, чтобы идти дальше. Вспомните эти ситуации. Наблюдайте, какие чувства, мысли и эмоции у вас возникают. Просто наблюдайте, не нужно никаких суждений. Перед вами всплывают разные ситуации, от начала жизни и до настоящего. В уме могут всплыть имена, лица, действия, слова, мысли и поступки. Просто наблюдайте за вашими чувствами, когда вы вспоминаете эти ситуации. И в то время, как вы наблюдаете ваши воспоминания и чувства, которые возникают у вас, скажите ребенку: «Мне очень жаль, что у меня есть эти чувства. Прости меня за то, что это доставляет тебе боль». Благодарю тебя, что помогаешь очистить все это. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Сделайте глубокий вдох и с выдохом отпустите все. И теперь начните повторять мантру Ho'oponopono. Можете повторять ее вслух или про себя, как вам удобно. Мне очень жаль,
прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Хорошо. Сделайте еще глубокий вдох и с выдохом отпустите все. Обратите внимание, какие изменения в чувствах у вас произошли. Сейчас представьте, что в этот момент Бог видит и слышит вас, и вы можете к Нему обратиться. Скажите: «Отец Небесный, прошу, прости меня за каждую ситуацию, за каждого человека и за каждое живое существо, о которых я только что думал, думала, и с которыми я поступила неправильно. Мне очень жаль. Прости меня. Вы дальше идете с ребенком, держась за руки, и уже начинает понемногу темнеть. Вы идете с ним по тропинке, и она приводит вас к небольшой избушке. Вы видите, как из трубы дымохода поднимается дымок. Это небольшой дом с небольшими окнами, из которых исходит свет. И этот свет манит вас войти внутрь. Откройте дверь и войдите. Внутри избушки вы видите яркий, теплый свет. Все внутреннее пространство избушки наполнено светом. И в этом свете вы слышите ангельский голос. Добро пожаловать! Я твой ангел-хранитель. Я здесь, чтобы передать тебе благую весть.
тебя простили. И вы ощущаете, как ангел прикасается к вашей голове. Почувствуйте, как изменились ваши чувства. Ощутите, что происходит внутри вас. Вы ощущаете мягкий, теплый поток света внутри вас. Этот свет входит в ваше сердце. Чтобы дать ему свет и освободить его от тяжести, которая хранится в нем. Вы чувствуете, как ваше сердце бьется. Это сильная эмоция, которая вибрирует во всем вашем теле. Вы чувствуете этот свет, проникающий в каждую клетку вашего тела. И вы видите, как из вашего сердца выходит яркий свет. Этот свет окружает все пространство вокруг. Вы излучаете свет любви. Вы свободны любить себя. Вы любите каждую часть вашего существа. Скажите: «Благодарю тебя. Я люблю тебя». И ангел говорит вам: «Тебя простили, и я хочу помочь тебе найти силы прощения, чтобы в твоем сердце царили мир и любовь». Подумайте о ситуации, где вам было больно и обидно, и вы хотите отпустить эту ситуацию и найти силы прощения. Подумайте сейчас об этом. И когда вы думаете об этой ситуации, ангел снова говорит вам: «У меня для тебя есть другая добрая весть. К тебе должны прийти дорогие гости, и тебе нужно встретить их, приготовив для них угощение с любовью». И в этот момент перед вами появляется стол, на котором стоит посуда и продукты. Вам нужно что-то приготовить для дорогих гостей, и вы решаете приготовить пирог. Вы начинаете месить тесто. Вы добавляете молоко, масло, муку и другие продукты. Вы с нежностью и любовью месите тесто. Вам нравится то, что вы делаете. Вам нравится этот процесс приготовления. Это вас расслабляет и успокаивает. И ваш внутренний ребенок тоже вам помогает. Он добавляет сладость, фрукты. Помогает украшать пирог. Вы готовите лучший пирог, который вы когда-либо делали. Вы знаете и вы уверены, что все будет здорово. Вы ставите пирог в разогретую печь и начинаете ждать, когда он приготовится. Вас окружает спокойная и безмятежная атмосфера дома. И сладкие, приятные ароматы
наполняют вас. В груди вы ощущаете радость в предвкушении дорогих гостей. И вот пирог уже готов. Вы достаете его из печи и ставите на стол. Вы довольны тем, что у вас получилось. И вот двери открываются, и один за другим начинают заходить ваши гости. Возможно, среди этих людей есть родные, любимые люди, ваши друзья. Это люди, которым вы искренне признательны за то, что они были или есть в вашей жизни. Представьте, как эти люди улыбаются и радуются встрече с вами. Возможно, среди ваших гостей есть также люди, с которыми вы не знакомы лично, но которых вы уважаете и которые для вас являются примером людей мудрости, добродетели и милосердия. Возможно, среди них есть даже люди, которых вы почитаете за святых. Вы видите, что все эти люди имеют светлые, радостные лица. Все они пришли к вам в гости, как на праздник. И для вас будет огромной радостью иметь возможность принять их и провести с ними прекрасное время. Вы ощущаете энергию каждого из этих людей, и эти энергии наполнены добротой, любовью, исцелением. Вы приглашаете всех за стол и садитесь вместе с ними. Рядом с вами садится ваш внутренний ребенок и ваш ангел-хранитель. Все смотрят на ваш пирог, и все дарят вам комплименты. И всем с нетерпением хочется попробовать его, но они знают, что должны подождать еще одного почетного гостя. Вы все сидите за столом в ожидании долгожданного гостя. И вот открывается дверь и входит человек, о котором вы думали, и который связан с ситуацией, в которой хранится ваша обида или негодование. Все за столом рады видеть этого человека, и вы тоже рады этому гостю. И вы приглашаете его тоже присесть за стол. Отрежьте, наконец, первый кусок пирога и подайте его этому гостю. Этот человек тоже улыбается и с удовольствием принимает ваш пирог. Он ест ваше угощение. И каждый съеденный кусочек этого десерта высвобождает в вас всю обиду на положительные чувства, которые вы вложили при приготовлении этого пирога. Весь негатив уходит, и очищается вся ситуация обиды. И вам кажется, что человек тоже меняется. Вам даже кажется, что вы видите в нем свое отражение. Этот человек обнимает вас, благодарит вас за приглашение и это великолепное угощение. И этот гость говорит, что ему пора уходить. Если хотите, вы можете его попросить остаться, или можете отпустить его. Сделайте так, как вы хотите.
Любое ваше решение будет правильным. Сейчас разделите ваш пирог с остальными вашими гостями. Все гости радуются и с одобрением кланяются вам, выражая восхищение той храбрости и милосердию, которые вы проявили только что. И эта поддержка очень важна для вас. Вы понимаете, что не хотите тратить больше времени и силы на кормление обиды внутри вас. Сейчас попросите Божественный Источник помочь вам научиться прощать и помочь вам преобразовать весь негатив в свет чистой любви. Скажите: «Я выбираю путь прощения». И в первую очередь я прощаю себя. Потому что я люблю себя и хочу освободить свое сердце от всего, что скрывает его от света любви. Освобождая себя, я освобождаю всех. Мое сердце очищается, и ему становится легко. Я прошу Божественный свет через моего внутреннего ребенка очистить все болезненные воспоминания. И преобразовать их в чистую любовь. И сейчас начните повторять мантру Ho'oponopono. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя.
мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Сделайте глубокий вдох и на выдохе отпустите все. Ваш ангел-хранитель прикасается к вашей голове и к вашему сердцу. Ощутите, как его энергия создает прекрасный вихрь внутри вас. Вы ощущаете, как вы наполняетесь прекрасным светом. Почувствуйте в своем сердце облегчение от того, что вы освободили себя от тяжелой ноши, которую вы носили так долго. Из вашего сердца исходит радость и благодарность за жизнь, которую вы проживаете, за все дары, которые жизнь дает вам, за дары, которые вы еще не признали, и за дары, которые жизнь хранит и бережет для вас. Ваше сердце излучает свет любви, который освещает все ваше тело, освещает всех близких вам людей и распространяется во всю Вселенную. Все ваши гости кланяются вам, и каждый из них посылает вам мысли любви. Примите их благословение. Вас наполняет чувство благодарности. Вы всех благодарите за их любовь, за их благословение и за их дары. Теперь вы понимаете, что произошло что-то чудесное внутри вас, и вы чувствуете себя хорошо. Вы чувствуете себя в мире с собой и в мире с другими людьми. Вы счастливы и вы благодарны. Поблагодарите всех гостей, скажите им: «В моем сердце есть всегда место для вас». Благодарю вас. Сейчас сделайте глубокий вдох. Повторите слова: «Отныне я в мире с собой. Я отпускаю каждую обиду, каждый гнев, каждое чувство вины. Отныне я принимаю себя и люблю себя все больше. Я безмерно люблю.
Благодарю, благодарю, благодарю. Да будет так. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе вернитесь в момент здесь и сейчас. Ощутите ваши руки, ноги, все ваше тело. И можете медленно открыть глаза. Улыбнитесь и поблагодарите этот новый день в вашей жизни. Я благодарю вас, что прослушали эту медитацию. И надеюсь, что она вам понравилась. Если вы нашли ее полезной для вас, поделитесь ею с тем, кому вы считаете нужным. Благодарю вас за комментарии, которые вы пишете, и за вашу помощь. Я очень рад, что вы все есть в моей жизни. Желаю вам всего хорошего, спасибо, и до новых встреч!